У вас есть какие-то вопросы вот по, вот, вот, по этой простой теме? А? Почему? Можно кушать вместе. Я сохранить с ложки никого не буду. А почему бы нет? Вопрос, почему бы нет? И кто из вас вообще бывал в, ну, в молитвенных домах баптистов или пятидесятников? В каждой из них, и даже, может, да, я не знаю, Адвентиста седьмого дня, как, у них всегда есть большая столовая, и где там они кормят друг друга и так далее, как кушают, там как бы все проводят вместе. Этот обычай был взят все-таки из Писания. Но да, вопрос как бы сегодня уже другим, в другом положении. Как мы можем перейти от нашего центрального собрания на собрание вот этих малых групп? Понимаете, да, о чем мы говорим? Что покушать? Очень большое внимание уделялось отношениям в первой мессианской общине, первой церкви. Очень много времени уделялось взаимоотношениям. При всем том, что были там большие свои минусы, будем говорить так, люди все-таки падали, все-таки грешили, их обличали, их учили, но они ценили отношениями. Поэтому там написано, чтобы они приветствовали друг друга, обнимались, там как бы провожали друг друга, там ходили с некоторыми аж до ворот провожали. Они не совсем дружили. Это не было просто дружбой. Это не было дружбой. Я вам скажу так. В старые времена, когда не было такого развития церквов на Украине или в России, когда считалось, что церковь является подпольным, так же самое и синагоги, чтобы вы знали. Не только страдали баптисты, пятидесятники там, и православные, страдали и также иудеи, которые чтили Тору и не читали Тору, тоже они были гонимы. Но при всем этом, если ты ехал в другой город, тебе давали адрес семьи где-то верующих людей, ты мог прийти, постучаться и сказать, что я из такого-то города, с общины, тебе просто давали ключ от дома и не спрашивали вторых слов. Тебя принимали как своего. Независимо от баптистов и пятидесятников и так далее. Ты говорил, что ты верующий. Тебя проверяли очень простой вещью. Мы станем на колени, помолимся. В то времена мы, коммунисты, не молились. Понятно, что были там предатели, все такое, но было настолько доверие и хождение доверие людям, что сегодня это отсутствует. Так же самое в иудейских общинах или же семьях. Можно было не бояться этого. Понимаете, да? В те времена то же самое. Так же самое и сдавали христиан. Просто так. Предавали семьи. Но не об этом. Я говорю о том, что хотели ли вы быть тоже в такой общине. Да? Вот каждый человек, вот верующий в сегодняшнем современном мире, мечтает об общине, которая была в силе Духа Святого первого века. Но у них был принципы. Этих принципов они держались. Этот принцип был в простых вещах. Это было центральное собрание. Центральное собрание, которое они ни при каких обстоятельствах они не покидали. Я хочу, чтобы вы понимали это. Для них это была очень важная тема, потому что на центральном собрании там превозносилось имя Господне. Там было словословие, хвала. Это было что-то особенное в собрании. А также были домашние группы, где они принимали у себя людей, где они общались, эти домашние группы, да, вот этот, они могли быть и 30, и 40, и 50 человек во дворе. И они
хороводы водили, весело проводили время. Это было такое вот наполнение. И фактически оно было фольклорным таким, нормальным, обычным. То, что люди делали, может, на праздники и так далее. У нас сегодня сделать свадьбу, нас не поймут же, правильно? Сделать сегодня свадьбу в общине. Имеется в виду, ай, давайте гульнем, порадуемся. И как, ну, мы это делали в то время, когда были неверующими. И нас скажут, все, крыша поехала у людей. Но там не было этого вот разделения сильного. Они какие мы были вне общины, да, и они такие же в общине. Но они что делали? Они свое естество, свое быт, который они были, та же синагога, те же праздники, то, что они праздновали, образ жизни, будем говорить, там, то, что по Торе, да, они этим жили. И в общину они вносили немножко тот же колорит своей общей жизни, которой они жили каждый день. Но в этом они вносили общение, и Святой Дух наполнял, когда они имели общение, когда они говорили об Иешуа, о том, что сделал Иешуа, и что в Писании сбылось, как это было. И они назидали друг друга этими словами. Это было нормально. Поэтому не удивлялись, когда заходили, что там танцуют или там играют. Не удивлялись этому. Удивлялись больше того, когда люди начинали говорить на языках. Больше всего. И не переставая по 30 минут, 40 минут, и час и так далее. Вот подождите, всему свое время. Знайте времена и сроки. Я верю, что мы бы хотели бы стать такой частью такой общины, но необходимо вернуться к корням. А корни у церкви, они иудейские корни. Я не говорю ортодоксальные, я не говорю в современной интерпретации современного иудаизма, потому что сам иудаизм, он претерпел перемены. И мы к этому вернемся. Я вам покажу, что стало основой для хасидского пробуждения. На ранних хасидин, что-то такое было, что оно все представляло. И фактически реформы, которые происходили в еврейском обществе, вплотную соприкасались с реформами церковного мира. И это было очень большое как бы, движение. Это 16 век, 17 век, 18 век и 19 век. И каждый этап имел свои перемены, которые касаются восстановления Израиля, возвращения евреев на свою родину. Непосредственно связано это с мессианским пробуждением в современном, которое мы уже переживаем в длительное время, а также и харизматического движения, где Бог возвращает дары, которые были утеряны. Единственное, что нам не хватает в большинстве церквях, это понятие того, что Бог, Он является Богом еврейского понятия, Иешуа является еврейским понятием. Понимаете, да? Принципы, которые были вложены в общину первого века, являются еврейскими понятиями. До третьего века они не изменялись. До третьего века принципы служения в общинах, даже где приходили не евреи, не менялись. Абсолютно. Понимаете, да? Только ли с реформой, которую привел Константин в Никейском соборе, начались изменения. Это примерно, будем говорить так, 4 век. Понятненько, да? Хорошо. Давайте мы сейчас помолимся с вами. Авину Шебешимаем, Отец Небесный, во имя Иешуа мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, Господь, наши уроки. Чтобы мы не просто прошли образ или как жить в еврейской мессианской общине, чтобы мы понимали, почему мы так делаем, что мы делаем и что ты делаешь в последнее время. Мы просим благословения на каждого студента. Мы просим, чтобы это время, которое мы имеем здесь, в этом институте, оно будет плодотворным, уникальным, насыщенным, Господь. И самое главное, оно будет нужным для каждого человека, чтобы на самом деле привело к многим переменам для нас, чтобы мы утвердились в том направлении, куда мы движемся. Мы благословляем имя Твое, благословляем друг друга именем Твоим во имя Иешуа Мессии.
Аминь. Аминь. Окей, я тогда... я